приветствую, канал Туда-сюда, Dark Souls 3. Дополнение «Город за стеной», Ринжд Сити. Надеюсь, я правильно произнесла. И пока я вспоминаю, что к чему, вы, пожалуйста, не пропускайте возможность подписаться на канал, поставить лайк, дизлайк, написать что-нибудь в комментариях. Вы всегда успеете по окончанию этого видео. Я хочу вернуться к немножко предыдущему месту и попробовать все же избавиться от фантома, который стоял вон там. Сейчас покажу. Отсюда, наверное, будет не видно. Так, ну в целом, давайте посмотрим, куда я уже сходила, куда не сходила. Значит, вот в той области я еще не была, там стоят доспехи драконоборца, которых я побаиваюсь. Вот сюда я, собственно, уже, я так понимаю, везде спускалась, выходила. Вот та самая лестница, где был замес. Ну и там вот верхний ярус остался. Не знаю, смогу ли я его сейчас открыть. Возможно, он после босса только будет. Но сейчас хочу попробовать все-таки справиться с фантомом, который тут за углом стоит. Сейчас мы вот этих всех быстренько пробежим, потому что я их уже много-много раз убивала, и уже это становится неинтересным. А вот фантом единственный остался здесь, непобежденный, из трех, которых я встретила. То есть двоих я... С двумя я справилась. Куда бедно. И для боя с боссом я хотела взять... Нет. В общем, так я и промахиваюсь мимо этой люстры. Тут вот есть еще один ярус, там предмет какой-то лежит. Его я увидела на повторе. И в комментариях писали, что тут все-таки можно спрыгнуть с люстры. Ну да ладно. Фантом. Фантом меня интересует. Вон там. Это что, за мной рыцарь прибежал сюда? Что-то меня... Ага. Ничего себе, как далеко. Не надо, у меня тут свой рыцарь есть. Хотя, возможно, его можно обойти. Сзади кто-то идет. Офигеть, ты на кой сюда притащился? Давай ты свалишься. Свалился, что ли? Так, вроде ушлепал куда-то. Куда пошел? Вот этот неожиданный поворот. И куда он? Оттуда дальше пойдет? Даже интересно стало, куда его понесло. А будет он с рыцарем драться, фантом, или нет? Слушайте, ну рыцарь нам сейчас тут мешать будет. Наверное. Давайте попробуем. Если что, потом еще раз зайду. Смотри, вон там рыцарь есть. Хочешь с рыцарем побегать? Или вы только со мной будете драться все? Там еще третий рыцарь есть. Второй. Ну, ясно, понятно. В общем, тут только мне придет не сладко, поэтому я предпочитаю избавиться от рыцаря. А только как это сделать? Как далеко они за мной пойдут? А там еще у меня... Вот тот вот верхний ярус остался. Я не знаю пока, как туда добраться. Где-то здесь можно, мне кажется. Я не слышу рыцаря.
бегущего за мной? Вообще, зачем он сюда пошел? Кто его сюда звал? Ну, привет. Вы все решили сюда ко мне? Короче. Надо эвакуацию срочную. Все, как я не планировала. Давай. Обратно, что ли, мне спрятаться? Куда спрятаться-то от них? Ну, конечно, рубить бы надо было, но да ладно. Разминочный такой заход вышел. Вот, все прибежали. Короче, надо избавиться будет тогда от рыцаря. Чтобы он за мной не побежал. Слушайте, впервые такое, что за мной из вот этого подвальчика, где я по лестнице спускалась и на люстру прыгала, за мной впервые побежал рыцарь. Так далеко. Я еще в прошлых эпизодах тут выдала, что мне нравится. Какая ограниченная зона действия здесь у рыцарей. То есть они за мной не бежали ни разу никуда. Ходят вот в своей этой самой, и все. Чудно. Отстаньте, у меня тут дел не в проворот, мне еще босса сегодня рубить. Не хочу ни с кем с вами разбираться. Нолик. А, нет, не нолик, смотри-ка. Давайте я выключу запись и включу заново, как будто ничего не было. Потому что вы уже, наверное, устали на все это смотреть. Так, ну все, давайте избавимся от вот этого вот. Убери свой щит. Блин. Атаку эту забыла, забыла, забыла. Слушайте, ну мне не выпал, кстати, с них вот этот вот их капюшон. Что там у них, какая-то оборванная тряпка висит. Весь сет выпал, а вот это не выпало. Ну давайте еще раз. Если уже я опять накосячу, то точно придется это отрезать. Чуть-чуть осталось и... Вот так. Все. Обломок. Нет, капюшончик не выпал. Так, ну что, давайте как-то нацелимся на то, чтобы разэтовать фантома. Может быть, тоже взять мечи, как я в прошлый раз брала с другим фантомом. Вот такие. Может быть, будет эффективнее. Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут. Да, блин, я не успеваю отойти. А, в прошлый раз, короче, знаю, знаю, я в броне была. Давайте еще тогда броню наденем. Так, ну что, давайте еще разочек. Что-нибудь придумаем вот такое. Закосплеила маленького рыцаря. Смотрите, Dark Souls Fashion на каблуках и в рыцарских шмотках. Очень мне нравится. Да что ты не забираешь? Забирай давай. Мешаться же будет. Да и к тому же. Ого, уже 23 тысячи. Вот это, да, три захода.
Так, вроде бы немножко поменьше мне стало сносить из-за доспехов. Но по-прежнему он меня прямо уделывает. А еще я до него не достаю. Еще тут очень мало места. Да что ж такое-то? Какой-то, блин, непробиваемый фантом попался. Это что такое? Мне не нравится. Так, короче, все. Я решаю на него забить и идти бить босса, потому что я не знаю, сколько сейчас это займет, а у меня еще там внизу куча всего неисследованного. Мы и так уже очень сильно затянулись. Так что. С боссом я, кстати, тоже хотела переодеться. Вот давайте, наверное, это вот что мы еще сможем надеть. Так, во-первых, мне надо будет кольцо, что ли, поменять. Мне какое-то надо. Давайте защиту от молний возьмем, потому что там молнии хавала наденем. Ну и вот сюда, что ли, от молний. А у меня от молний, наверное, нет. Вот такое, если. А чисто от молний. Ну-ка. Чисто от молний сейчас посмотрим. Так, молнии. Вот. Есть такое кольцо. Я уж не знаю, насколько оно мне поможет. А вот магию, может быть, взять скорость, а не продолжительность. Или усиление. Или усиление, или скорость. Давайте скорость сначала возьмем, а дальше посмотрим. А, ну я хотела посмотреть. По весу 56, значит, мы еще сможем штаны какие-нибудь надеть бронебойные. Так, мне нужно там тоже от молнии что-нибудь. Катаринские. Может быть, еще от каких-нибудь ударов. Я, если честно, вчера не успела толком рассмотреть. Так. Что-то все какие-то юбки мне тут предлагают. А где от... Он уже тени... Драконоборца, что ли, взять? А где у меня от этого сета штаны? Они там назывались рыцари за стеной. Вот такие. Так, даже по весу нормально. Ну все, сейчас пойдем. Ладно. Буду пробовать. Я не знаю, насколько. Вон там, кстати, еще предмет не собрала. И чё? Отсюда выход только через крышу, да? Надо разбежаться. А, здесь нормально. Хорошо. Извините, простите. Я пошла изучать босса. Я не успела, да? Так, с этим разобрались. О, слушайте, ага, ясно.
Ясно, понятно. Так, теперь с копьем будем разбираться. Так, тут, наверное, какая-то будет офигенская вторая стадия, потому что... Ой, какой катанчик классный! Ого-го-го-го! Вот это да! Вот это круто! Сумрак, копье церкви! Чудно! Я не успею ничего изучить, если он будет так с такой скоростью махать своими этими. Ну, давайте еще раз попробуем. Так, к этому мне надо просто подкрасться и это самое. Вот это быстренько наколдовать и отойти, отойти. Вот так. Все, и ты там сам с собой разбирайся. Так, он сейчас призовет вот этого вот. А я так понимаю, с ним драться вообще не обязательно, да? Он, наверное, сам погибает. Да давай уже, договаривай. Где? Страшит картины. О нет, смотри-ка, он это... Да, все, он погиб. То есть с ним драться, на него можно не тратиться. Так, вот этого надо убирать как можно быстрее. Так, ну то, что быстрые атаки я тут себе взяла, это я, конечно, молодец. А где? Неплохо. Не подпускать его. Что-то фляги у меня уже не осталось, да? Тут же будет обязательно какая-нибудь офигенская вторая стадия. Или третья. Угу. А от молнии меня, походу, неплохо защищает. Надо в две руки взять. Ой, как они меня зажали. Не смей! Я тебя почти добила. Ой, черт. Что-то меня за этого ли. Так, значит, второй раз призывается вот этот вот белый чувак. Ну ладно. Так, еще попробую Иритильский, может быть, он будет лучше здесь, не знаю. Так, что у меня тут? Ноль. Давай, колдуй уже быстрей. Призови. Ты договаривай быстрее.
Ай-ай-ай-ай, эти хуже-хуже-хуже. Хуже-хуже. Как я до сих пор жива, я не знаю. Мне кажется, мечи танцовщицы чуть побыстрее. Да. Тут я мощную даже не успеваю сделать, или какая она там быстрая, вот эта вторая, которая на курок идет. Так, а я запись-то вам не включила, походу. Ну, тут, собственно, ничего пока интересного не происходит. Убивают меня в наглую. Взяла обратно мечи танцовщицы. Но тут главное вот подойти удачно. А я пока удачно ни разу не подошла. А, кстати, в прошлый раз я зеленоцвет еще ела, да? Так. Есть. Правда, у меня фляги уже не осталось. Где ты? Танщик, ёкаломане. Ну и куда, куда мы? Так, это вот второй раз. Сейчас будет хуже, я так понимаю. Нет! Yes. Так, какая-то песня началась. Слушайте, а я еще вот до половины не до этого, а уже вот так, да? Еще, значит, третий раз наколдуется. Щит какой-то у него. И фляги, которые у меня уже закончились. Так. Ну и чё? Скажите только мне, что еще тут что-то еще будет. Ну не может же быть копье церкви вот таким. А, все. Класс. Ну хоть кого-то я затащила вот так вот. Ох, я надеюсь, меня было видно и слышно. Чё там? Кусок титанита, украшение копья. А я думаю, я подобрала где-то. Ну где ж я могла его подобрать, когда его вот только дали? И чё мы? Здесь должны были дать нам кострище. Я не вижу. Значит, надо себя как-то обезопасить, что ли? Флягу не дали. Ладно. Раздеваться пока не буду. Проверим, что тут есть. А, ну, сначала, пока я ж в безопасности, давайте почитаем. Это нет, не ключ. Это не ключ. А что это такое? А что это такое?
Но я должна это вот туда приделать, да, на улице там. Свидетельство того, что копье церкви выполнило долг. Эмблема в виде пучка травы, вытканного на золотом фоне. Копья церкви охраняют сон принцессы, а это украшение – свидетельство выполненного долга. Рыцари-принцессы с гордостью демонстрировали такие эмблемы. Чаще всего их можно было увидеть повязанными на деревки церемониальных копий. Когда я научусь уже нормально читать? Принцессу-то дадут, чё ли? Или как? А, вот он где. Зажжем. И какой-то дали лифт. И тут еще можно все осмотреть. И давайте сначала в храм. Ну что, добавила себе стойкости. Уж не знаю, чем мне это поможет. Потому что там какие-то копейки. Ну да ладно, пусть будет. Уже потому что не знаю, что мне там дальше делать. До 48 качать свою магию, которой я пользуюсь раз в полгода. Ну и вот, значит, тут лифт. Тут у нас просто двери. Может, что есть за ними. Не знаю. На всяк. Ну и я, наверное, схожу к вот этой вот... Как это называется-то, господи? Монумент там какой-то стоял для того, чтобы... Или пока не отдавать. Нет, пойдемте сначала Элеонору поищем. Может быть, оно мне пригодится там. Не знаю. В общем, не знаю, не знаю. По идее, это вот туда надо вот это вот украшение копья привязать. Ну, вот тут вот какой-то лифт у нас. Давайте глянем. Нам же надо найти эту Элеонору. Что там ее? Разбудить, пробудить. Все вот это вот. Ага. Угу. Ну, пойдемте. Ой. Она как это, да? В высокой башне сидит, как из классических сказок принцесса. Так, а это я с какой стороны? Угу. Ну, у меня, кстати, была, наверное, превьюшка на фоне этой башни. Только с другой стороны снятая. И вот такая вот тоже на фоне вот этого всего. Слушайте, так красиво здесь все нарисовано. И стена, большая-большая стена. Чё, открываем? Красиво светится этот доспех. Сидит. Как ни в чем не бывало. Давайте рассмотрим сначала. Что-то у нее, кажется, не хватает. Коснуться оболочки. Что будет, что будет, будь что будет. Я уже так поняла, что тут... Ой, а что у меня какие когти? Это от... Слушайте, это на мне перчатки, короче, ведьмы. У нее ногти накладные. Чудно. Такс. Вот так вот сделаю, чтобы свет немножко получше стал. Ой, не нравится мне эта принцесса. Не о такой принцессе я мечтала, надо сказать. У нее повязка на глазах, как у хранительницы огня. Скажите, нет, да? Она тоже слепа. Ой, куда-то сейчас меня запихнут. Что стало? Что произошло? Фиолетовые ногти. Ой. Не зря говорили, не буди. Лихо, пока оно тихо. Город там, а я где оказалась? Тут нельзя повзаимодействовать, да? Ага, ага, ну ладно, что? Куда-то меня выселили. С балкончика глянем, может, кто стоит.
Так, ясно, здесь выхода нет. Ну, чудесно, пустынно, никого и ничего. Драться-то будем? Вон какие-то ползают. Я так понимаю, мне надо... Филеонора, помоги мне, прошу. Я не Филеонора. Красный капюшон хочет съесть нас, съесть наши темные души. Красный капюшон? Знаете, это про кого? Это про Гаэля. Я больше другого красного капюшона здесь не знаю. Он хочет съесть темные души. А чё тут так много места и так мало кого бы то ни было? Нет, ну я просто наслышана уже, что будет здесь Гаэль в виде босса. Ну, потому что невозможно без спойлеров играть в игру. Совсем без спойлеров, в которую играют уже так много лет. 10 лет скоро. Поэтому все-таки информация просачивается. Просачивается, как ни стараешься. Ничего не смотреть, ничего не читать, но все равно. Так, а что-то я не пойму. Что тут как это самое-то нет? Ничего. Зачем столько места? Как обычно, блин. Я искала тебя. О, господи. Пораженное тьмой создание. Я Шира. Дочь герцога. Потомка богов. Ну, чудесно. Преданный друг Мидира. Я честь богов. Так, преданный друг Мидира. Ты мне велела его убить. Тебе не уйти от наказания за твое предательство. Какое предательство? За твое богохульство. За твое нечестивое стремление. У нее лук, про который я читала, да? И большая колотушка. Стреляй. Вот она стреляет-то быстрее, чем я. Ай, не успела. Так. Вилки у нее имеются. А, чё? Стрелы кончились? Классно. Нет, не кончились еще. Перезаряжалась. Я тебя измором буду брать. С такими, как ты, по-другому нельзя. У меня еще и уголь тут потратится. А, знаете, что мне не нравится в этом заклинании? Все круто, конечно. Но когда оно вылетает, я абсолютно ничего не вижу, что происходит. Что с ней? По-моему, это хуже, да? Молодец! Куда посох-то дело? Я персонажа не вижу. Ни своего, ни... противника. У меня сейчас тоже все кончится. Да ладно, она мне еще что-то от молнии там надета. Я не переодевалась еще. Ага, фляжки кончились. Я только этого и ждала. А видали, видали у меня какое заклинание оно? Оба, и загибается. Стрелы твои так умеют. Наверное, правда, и не надо. Ай, добьет же сейчас. Последняя фляжка. В бок, в бок, в бок, в бок, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
все. Ну, по-казуальному ее заделали. Как ты? Да то сама меня просила. Ну я чё, я вроде в своем уме. Она сама меня просила это сделать. Это же про дракона она же говорила, нет, разве? Чё нам надо сделать? Долбанём. Фиг знает, сколько мне еще придется здесь. Кусок титанита. Вот у меня остались куски титанита, а я не знаю, что теперь с ними делать, потому что у меня нет оружия, которое бы я хотела поднять до этого уровня. И что-то я хотела с нее тут что-то далее, да? Я посмотреть хотела. А что далее? Черт его знает. Все, я забыла, что я хотела. Еще раз. Давайте вот тут посмотрим. Вот тут посмотрим. Тут что-нибудь новое дали? Нет? Нет. Вон оно, заклинание. Это со стрелами. С луком. Так, ну и что? Идем дальше. Это был... Значит, у нас... NPC. Фантомы здесь, как NPC, тоже призываются, вне зависимости того, под углем ты или нет. Раз, два, три. Это у меня проверка связи, не обращайте внимания. Так, ну-ка, место. Пустого. Зачем? Что мы тут делать будем? Песок просеивать. Сейчас как кто-нибудь опять выскочит, как выпрыгнет. Нет, никого. Не пойду даже туда. Мне кажется, тут ничего больше нет. Надо идти к строению обратно. Так, оттуда я пришла, что ли? Ха-ха. Я сейчас в песке заблужусь. Ну вот из этой штуки я пришла. А там еще с другой стороны было какое-то, вон там где-то, строение. Туда я сходила с Филеонорой, разобралась. Ой, с Филеонорой, господи, как ее называют? Это принцесса там какая-то. Туда я ходила или не туда? Все, я заблудилась. Ребята, нужен навигатор. GPS в студию. А там ничего нет вроде бы, да? Ой. А, ну все, пришли, короче. Нормально. Знаете что? Знаете, что мне знакомо, мне кажется, вот эта вот арена. Было какое-то видео, где показывали, как каждый из NPC сражается с мимиком. И там, я помню, вот этот круг со стульями. Но я тогда еще не знала, что к чему. А это ползет, который со мной разговаривал. Сейчас придет красный капюшон вангую. Он лезет. Что-то ему, по-моему, плохо. Он там делает. Сзади подойти и пендаля дать. А! Он его ест. Ты еще здесь. Мерзость. За борду только схватите. Давай ее сюда. Да, темную душу. У меня нет. Никакой темной души. Смотрите, как эпично я в этом доспехе тут смотрю. Ты-то она там еще не дорисовала ничего для картины твоей госпожи. Твоя госпожа там, я Фриду не победила, и она сидит там нормально с ней все. Говорят, он как черт дерется. И моя темная магия ему до одного места. Да и светлая тоже. Ух ты, какие атаки молниеносные. Ай-яй.
Похлеще Фрида, блин. Красиво, красиво. Ну, у меня шансов-то не было, конечно, так только посмотреть одним глазком. Ну, давайте, подзаправимся. Чё, наверное, меч надо другой, что ли, взять? А я, наверное, все равно не это самое. Чтобы взять другой меч, это мне надо переодеться. А переодеться я... Не во что мне переодеться, если только вот в это. Будет чуть полегче, но меч, наверное, мне все равно сюда не полезет. Я хотела бы вот этот взять. Нет, не полезет. Так, опона же что? Ногти снимать не будем, что ли? Какие-нибудь легкие давайте тоже наденем. Из Миры. Северные. Наемника. Что там у него? Какие-то рубящие, колющие. Вот это все. А какая загрузка мне пойдет? Опона же Вильгельма. Я даже не знаю. Такое взять? Нет, хочу хуже по весу. Все остальное будет прям слишком на тоненького. Так. Хочу найти, чтобы было тут получше и по весу поменьше. А тут сколько было? 8, 6, 2, вот это все. 10 отрубищу. Дробящих нет у него. Рубящие, колющие. Рубящие, колющие. А что, ничего нет лучше, что ли? Оставим тогда и будем тогда сейчас с весом. А что мы с весом сделаем? Ну, молнии мне не нужны. А что надо? Вот это надо. Так, усиление заклинаний. Ну, вряд ли. Мне кажется, я сейчас все равно не смогу. А, нет, смотри, нормально. Хорошо. О, прям вот так, с порога. Так, лишние заклинания еще хочу убрать, чтобы они мне не мешались. Это бесполезно здесь будет. Но вот насчет оружия я не знаю. Давайте попробуем. Пока вот так оставлю. И, наверное, сделаю это с порога. А еще хочу что-нибудь съесть интересное такое. Например, вот это. Где ты? Понятно теперь, зачем столько места. О, скачет, как собака, смотри. О, 300. Ничего так. Побольше атак надо разглядеть. Тайминг не попало. Заболел. Мы дружили вообще-то. Как тебе молнии? Чуть похуже, да? А если вот так? Нормально. Мне нравится. Сан, затащил меня в эту срань. Ну, я довольно долго продержалась для второго раза. Хотя нисколько его не пробило. Чё-то надо какой-то здесь. Хитрость какую-то. Я сейчас другой еще меч попробую, потом будем смотреть. Черного рыцаря?
Ну, два босса за одну эту самую, это, конечно, лишнего. Я вообще сомневаюсь, это же, он же не обязательный, да? Я вообще сомневаюсь, что я прям побью его. Может, и не побью вообще никогда. Интересно, если я его побью, у меня Фрида куда-нибудь из этого это... Ага. Ждать он, что я его побью, он не будет, точно. Ну, слушайте, а в предыдущий раз он как-то помедленнее был все-таки, да? Что? Что сегодня со светом у меня? Меня вообще не видно. Чуть-чуть вот так поближе заодно к микрофону сяду, потому что меня, может быть, еще и не слышно. Я ж не знаю. Прослушивание у меня отключено, потому что жутко тормозит. Так, ну это я не буду убирать, оно, собственно. Сколько раз я успею? Один. Ой-о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 й, он сейчас прибежит добивать. Интересно, боится ли он холода? Слушайте, а этот меч его немножко это, да? Сносит баланс ему, или как это называется? Крутые атаки ему нарисовали. Так, короче. Магию здесь надо убирать, брать побольше фляжек. И вперед. Брать посох, взять... взять потолще броню. Блин, а я отскочила же, а он все равно достал. А вот я не достала. Слушай, я на Фриде уже научилась, так что ты мне тут не думаешь, что ты вот так вот возьмешь и меня угробишь. Слушайте, чуть ему не нанесла критический удар. Мне нравится этот меч против него. Надо. По фляге, значит, подрегулировать. Подрегулирую и вернусь. Так, смотрите. Сейчас меч в две руки, значит. Заклинание я оставила, флягу убрала, потому что хочу вот полностью на эстусе, на желтеньком быть. И взяла... Ну, мне, наверное, впоследствии придется уголь взять, но я пока тратить не буду. Взяла, короче, колечки, чтобы он меня так сильно не пробивал. Стальная защита. Надела доспех чуть пожестче. Тоже за счет колечка у меня. Так, минус 2. Вот тут не хватает мне прыжочка-то, да? Вот это они не продумали.
Огребаю, конечно, знатно я от него, а ему пока еще... О, кстати, знаете еще, что можно? Вот так еще можно сделать. По заднице ему нормально прилетает. Недолго он это самое сидит оглушенный. За атаки такие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо вот так еще сделать разочек. Не ту кнопку нажала, хотела так сделать, и потом... Так, здесь последовательные нужны, да, я так понимаю? Да, интересно. Узнаем, боится ли он холода. Неспроста же он там в картине это все делал. На самом деле, просто ради эксперимента хочу попробовать. Посмотрим, что из этого получится. Последовательных атак не хватает мне чуть-чуть прям. О, смотрите-ка, как он неплох. Я только плоха. А не зря мне в комментариях предлагали ознакомиться, а точнее запастись эритильским мечом, присмотреться к нему. Так, у него тут какой-то есть такая вот штучка, маловато. Нет, здесь все-таки последовательные нужны. Остановиться не успела. Блин, арена, кстати, довольно-таки просторная, как я люблю. Никаких лишних построек. И он, в принципе, особо далеко от меня не отходит. Сейчас пропущу одну или две, и будет мне конец. Да, тут под углем, конечно, неплохо было бы зайти. Ой, я же это сделала. Да. Слушайте, ну мне эритильский прям нравится. Угу. Я даже больше его добила, чем всеми предыдущими. Надо только пососредоточеннее быть. Ну что, попробуем, что ли, потратим уголь. Так, что-то тут еще мне надо такое эдакое сделать. Варежки, от них, конечно, толку-то особо никакого. Ну, вдруг. И... Так, это у меня стоит, да? Ну, давайте. Давайте попробуем. И мне кажется, я еще не видела вторую стадию. У него она вообще есть? Я же ни разу еще не дошла туда. Скачи давай, я не побегу. Я старая женщина, мне уже бегать так вот. Ой, размотал меня. Впервые попался на такую атаку. Класс.
Давайте выйдем куда-нибудь. На середину, пожалуйста, зала. Отойдем от вот этих всех конструкций, они меня раздражают. Пишу уже нет. Вот эти его обманные откаты вперед-назад. Ай, попал, надо же. Многовато отхватило. Вот, кстати, меч короткий, но вроде бы достает нормально. После этой атаки он максимально уязвим, но потом делает вот так. Еще раз. А я успела. А. Да отпусти ты. Начинается истерика. А ты вот так вот с Фридой не мог драться вообще, нет? Как черт. Или ты только потом озверел? Что я в этот раз последовательных никак не могу ему нанести. Это он мне, блин, наносит. Дофига всего. Что я буду очень долго его изучать, если только какая-то воля случая мне не поможет. И надо зеленоцвет все-таки кушать. А, блин. Или щит еще повесить. Ай, не ожидала. Последняя. Думала, что хотя бы до второй стадии его добью с углем, но походу нет. Хочу посмотреть, что там. Истерика. Ай, 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 ай. Да. Не посмотрела. Давайте несколько раз за кадром потренируюсь, что ли, без вас. Ой, я тут случайно его добила до какой-то второй стадии, поэтому я вам включу, раз уж так произошло. Я думала, потренируюсь, но вот что-то, видимо, дотренировалась. Ой, сейчас что-то будет нехорошее. Сейчас мы узнаем, что нам еще нужно сюда взять. Что? Кровь. Вау. Я не ожидала. Иритильским. В темной душе. Сейчас какая-то будет лютая вторая стадия, да? Да, борода у него, конечно. Птички разве что гнезда не вьют. Или вьют. Ох. Так, ну что, станут его атаки мощнее, быстрее или... Так, он выпрямился. Перестал бегать на четырех ногах.
Насчет мощности ничего не могу сказать. Дальность. Так, и я перестала ему много урона наносить. А, ясно, ясно, ясно. Диск появился. А нет, смотри, с уроном нормально все. 700 там было. Я еще кольцо взяла для продолжающихся атак. Так, ну что, вторая стадия мне не нравится вообще. Диск, который он метал в этих самых. А что мне надо от этого диска-то? Это какую-то защиту от магии надо нацепить. А я... смогу ли я ее нацепить вместо кольца Хавла? Вот это мне нравится. Нет, не смогу. Ну, может, мы тогда... 73, может, мы тогда что-нибудь уберем отсюда. Например, вообще. Ну, вряд ли. Что там, варежки совсем ничего не дают. Нет. Ладно, так и быть. Оставлю Хавла. Верну варежки. А, я уж не убрала. Так, а что надо? А что надо? Нагрузка. Физические поглощения мне нравятся. Щит же я не допру. Наверное, не допру. Кстати, может быть, мне вместо посоха пользоваться щитом? Он и от магии ничего так хуже стало, да? Травяной. А давайте так попробуем. Ну и... есть у меня тут вот это. Так уж, до кучи. Так, может быть, сейчас что получится. Но я сомневаюсь. Обычно после одного раза, когда я дошла до какого-то хорошего уже результата, у меня начинается все плохо делаться. К тому же, я думаю, что я сейчас буду очень сильно отвлекаться на щит. Вот после этой атаки он становится... довольно уязвим. Щит выбил, но не выбил меня. Ладно, эту мы выдержим, я думаю. Да. Еще одна такая же. Лягу, пожалуйста. Выбивает щит. А чё, где у меня выносливость-то, ёкаламане? Щит вроде не держала. Фига. Ай, в какой-то мы залезли с ним угол. Нехороший. Нафига мы тут уехали с ним, конечно. А чё ты это самое промахиваешься-то? Так, давайте пропустим. Посмотрим, как этот щит выдерживает твою магию. Нормально. Лучше, чем могло бы быть без него.
Опа! Фигак, это что у тебя тут? Что за читерство еще такое? Не забывать, что эти штуки потом к нему возвращаются. Так, это чё? Это чё за... Эх, нехорошие слова какие-то. Крутятся у меня на языке. Это кто такое вообще придумал? Пляшка кончилась. Так, ну я думаю, что это только нарисовано страшно. Да. Гроза, молнии, вот это все. Это третья стадия, ребята. Офигеть, офигеть. Чувствую я, что надо мне тренировку 5-часовую делать за кадром. Время, кстати, у нас уже подходит к концу, поэтому еще пару раз за кадром потренируюсь, а потом вам окончательный какой-нибудь вердикт выдам. Ну, давайте еще раз посмотрим вторую стадию. Я не знаю, насколько долго я продержусь. Оп! Успела, блин. Мне кажется, я еще сейчас джойстик вырву. Не только курок будет сломан. Ты взял, блин, арбалет. Где ты его высрал? Простите за выражение. Блин, флягу надо бы поэкономить. А, вот тут надо было щит поставить. Да, да. Эх, жаль. Неплохо было. Слушайте, ну это вполне реально, я думаю. Правда, не знаю, сколько это займет времени. Скорее всего, уже будет не в этом эпизоде. Два босса на эпизод. Такое со мной когда бывало. Ну, еще разочек давайте. Мне не нравится его арбалет. Это удивительно, но это, кстати, следующая попытка. Фига, даже щит не помог. Отойти, отойти, сейчас что-нибудь будет. Фига, у него арбалет даже щит выбивает. Ай, первый раз по мне эта штука попала. Сейчас придет мне конец. Да. Быстрый черт. До этого меня спасали всякие вот эти вот постройки. Отойдем, 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 пожалуйста.
Ай. Так и знала. Ох, 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 ох. Ты летать-то с какого перепугу начал? Опа. Вы видали? Каким-то я чудом выжила вообще. Но это ненадолго. Да, я пока... Ну, короче, как с Фридой. Третья стадия какая-то просто... Я не знаю, что там надо делать. Превратиться просто в какую-то... бомбу. Так, ну что, наверное, это будет последняя попытка на сегодня. И думаю, надо завязывать с этим. Хотя я бы еще... Убери свою пуколку отсюда. Вот он здесь, короче, когда замирает, после этого какая-то всегда мощная атака идет. Вот поэтому надо отойти, я думаю. Оп. Оп. Двойная. Не угадала немножко. И... Эх. Ой-ой-ой. 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 О, зря я возле него в этот момент стояла. Забыла, что они улетели. Да. Они бьют прямо возле него. Ну что, я думаю, сегодня было неплохо. И, в принципе, один босс есть, но он был такой прям лайтовый. Я думаю, что я даже могла его из первой попытки сделать, если бы это была не я. Ну да ладно. Не знаю, справлюсь ли я с Гаэлем или нет. И не знаю, с чего в следующий раз начну свое путешествие. Вот, поэтому сегодня благодарю вас за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, если, конечно же, вы подписаны на мой канал. Спасибо вам за лайки, комментарии и огромное спасибо за донаты, которые вы отправляете по ссылке в описании канала. Всем пока-пока!